Всем привет, друзья. Вон пищит пищалка наша. Звонок прыгунок. Он уже там содрал чехол. А прививку все-таки мы едем делать, не знаю, я переживаю. Потому что каждый раз, когда ему что-то делают, я начинаю волноваться. Ну, во-первых, он так это себя ведет, он спокойно, в принципе, но последствия после любых прививок может быть разные. Я очень за него волнуюсь. Но делать надо. То, что мы сейчас делаем ему укольчик, и будет он здоров. Да. Будем делать отечественно. Ну, в смысле, белорусская она или русская, или какая-то, короче, не импортная. И будем посмотреть реакцию. Я думаю, что все будет хорошо. Вот Пищалкин сидит. Да. О, маленький. На ручки его не могу сюда взять, потому что он тут сейчас все об этом. Да. Потом надо будет заехать в зоо, купить ему покушать и что-нибудь порадовать. Чинку. Да, Ми? Ми. Микки. Чехарда. Белка. Ой, тебе, господи, белочка моя. Маленький такой бубик такой. Он не плакает. Ты плакаешь, что ли? Не бойся, я рядом. Я с тобой. Да. В общем, да, надо делать паспорт. Сказали, паспорт не забудь. Ну, собачий, в смысле. Естественно, не забудь. Я паспорт. Ой, паспорта, паспорта. Паспорт. Ну, конечно, гайд, конечно. Все взяла, все взяла. Все перевочки у нас на месте. Каждый год. Там уже книжка скоро, по-моему, закончится. Да, тут каких только нет. И когда родился, там делают, и каждый год ежегодный, и когда перед прививками там надо выводить всякую дрянь, это тоже я оставлю, эти вот наклейки, ну, в общем, чтобы все было пучком. Прячется. Не бойся, Миша. Не кусик, не бойся. Не бойся, чехарда. Все, все, калюли, калюли у котика, калюли. Перевочку сделали. Девушка ему еще вколола. Ну, типа супрастина вот эта вот продевала это. Ну да, потому что прививка отечественная, а не отечественная, двух видов каких-то. Я говорю, то, чтобы мышцу не свело, вот мышцу не кололи. Делали. Сейчас я ему быстренько корм возьму. В магазин взяла ему корм, а он ко мне сюда прыгнул. Жарко, белочка моя. Стрессанул ты, да? Прям стрессанул. Батюшка, все прям. Ой! Зевнул-то как? Мисик. Ну, моя собака. Подожди, ты запутался. Миля. Ну, кушка моя маленькая, она хорошая. Окошко давай посмотри. Как дитё мало. Ну, все, он все нашел, где посидит. Да, ты себе нашел, где посидит. Ты ж мой хороший. Сейчас заедем, возьму хлеба. Хлеба у меня как. Пойдем домой кормить чехарду. Да, чехарду?